Чтобы знали свое место там. Тоже мне, блин. Школота. Да, Василий Львович, да. Ага. Рядовка и Народная газета написали, что не чистится жижа во дворах. А знаете что? А давайте-ка мы им вот эту вот всю снежно-земляную вот эту вот гадость, жижу вот эту всю соберем и возле их редакции по машинке каждому, чтобы каждому всем сотрудникам редакции было чем заняться в эти новогодние праздники. Как я вам придумал идейку-то? Да-да-да, не благодарите, не сочтемся. Все, Василий Львович, все. Алло, повисите на проводку. Алло, да-да-да, да, Сергей Иванович, да. Сергей Иванович, извиняюсь, Сергей Иванович, немножко, секундочку. Алло. Да-да-да, Валериан Львович, да-да-да. Ага, чистим дороги, чистим. Все, удачки, Сергей Иванович, да-да-да, и вам, и жене, привет, все, давайте, ага. И вас, и вам приятного аппетита, ага. Фу-фу-фу-фу-фу. А ты что, снимаешь, что ли, все это время будешь тут? Что ты, твою мать, вот докатились уже, скоро в туалетах камеры поставят уже, везде уже, в школах уже поставили, уже выборы нормально не провести уже, где еще, в туалетах, в администрациях скоро поставят уже эти видеокамеры, уже человеку уже в окошечко дымнуть пару раз уже получается негде будет, туря, ёптать, что у нас тут на обед, что мне тут? Марина Степановна подсунула тут скумбрия, филе, кусок, отварная желе. Ел ты когда-нибудь такое? Оператор, блин. Эх, заливное, ничего себе, заливное какое. О, магазин Dixie, 80 рублей, охренеть. Это ж почти моя вся зарплата, только у меня там еще... 3 нуля, по-моему, или 4, не помню сейчас точно. Давайте откроем, так сказать, пообедаем. Малой, ну что ты вот все снимаешь-то снимаешь? Ну, за хлебушком бы сгонял уже там, я не знаю уже. Скумбрия атлантическая. Вода, желирующий компонент, желатин. Консервант Е211, яблочная кислота, лимон, клюква, соль, Фарерские острова, страна происхождения рыба. Где ж ты делаешься там, Меридиан? Изготовитель Меридиан, Москва. Все это москали, а вот москали. Все оттуда, блядь, ту, блядь. Как бы почикаешь мне там все? Ну, держи. Ага, ну потом. Неплохо. Кислинка. Какая-то горчинка. И кислинка, и горчинка. Наверное, это все от вот этих вот ягод, наверное. Что это такое? Ой, походу, это клюква. Ну, неплохо. Поесть не дадут. Да. Ну, обед. Ну, знаете же, что обед. Ну, в конце концов. Ну, что мне, телефоны отключать, что ли, а? Всего лишь час, обед, час. Это несчастные 60 минут обед, который приходится есть на своем рабочем месте, потому что мало времени. Короче, что скажу про вот эту вот заливную скумбрию? Горчит, кислит и что-то пованивает. Выглядит неплохо, вот такая вот, и походу вечером будет дрищит еще. Я бы советовал, знаете, кому есть? Вот этом, как его, народ, вот, ему я советую есть вот эту рыбу. А Маринке своей, которая мне подсунула вот в мою кожаную портфель вот эту вот хрень, я ей вечеру устрою. Да, Евгений Семенович, да. Конечно, могу говорить, да. Угу. Не отвлекаете нисколечко, да, ага. Не обедаю, что вы, но я всегда рад вас слышать, да, конечно. Да, что вы говорите, да? Поесть, блядь, не дадут, блядь, твою мать, все, блядь, отключаем. Короче, слышишь, гаси эту свою вот эту вот камеру, вот эту вот уже не дают поесть, уже обед заканчивается. А, вот тебе это...
держи, держи. Ну, все, как говорится, пока. Алло, ты стоёб твою мать, блядь, что? Ага. Никого нет дома, папа ушел домой. Никого нет дома.